Здравствуйте, меня зовут Артур, и сейчас я вам скажу, как правильно подобрать холодильную камеру. Очень важно правильно определиться с размерами камеры. Толщина солнечной панели бывает двух размеров – 80 мм и 100 мм. 80 мм используется для холодильного агрегата, 100 мм – для морозильного. Данные камеры широко используются как в цветочном бизнесе, мясном, овощном и фруктовом. При выборе камеры стоит учитывать агрегат, который будет охлаждать у вас воздух внутри. Это может быть как моноблок, так же и сплит-система. Обращайтесь к нам по бесплатному номеру или к онлайн-консультанту на нашем сайте. Мы с радостью поможем выбрать вам то, что вам действительно нужно.